Мы оккупировали деревню Тантура и захватили много арабов. И мы собрали всех их. Мы сказали им: вставайте, и они встали. Бах, 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 бах. И все были убиты. Мы вырезали всю деревню. Это была настоящая резня Тантура. То, что здесь произошло, это не было просто изгнанием палестинцев из их деревни. То, что здесь произошло, это то, что палестинцам не было дозволено уйти просто так. Сначала они убили огромное количество без никакой причины для этого. Или я, или они. Государство отбирается мечом. Сотни палестинских деревней были уничтожены в 1948 году, и более чем 750 тысяч палестинцев были высланы. Страну отбирают силой. Сколько человек, по-твоему, ты убил таким путем? Я не знаю, я не считал. Я действительно не знаю. У меня был автомат, и в нем было 250 пуль. Послушай, я открыл огонь и убил всех. Я не могу посчитать. Мы убили их без всякого угрызения совести. Это был ужас. Они их пытали, отрезали им половые органы и всунули им в рот. Один из них изнасиловал 16-летнюю девочку. А некоторые с огнеметами догоняли, некоторых и сжигали их. Это было нечто страшное. Наверное, нельзя говорить об этом, потому что это может привести к большому скандалу. До сих пор события геноцида и выселения 1948 года и понятие «накбы», катастрофа палестинского народа, все это запрещено обсуждать в израильском обществе.